как-то, будучи в угаре, дегустации разных вин, играл он дома на гитаре репертуар ансамбля «Квин», и, находясь во власти танца, он не заметил, как в тиши меня украли два албанца – Мехмед и брат его Хашим. На островах под названием Мальдивы, где пролегает окраина рая, произошло невозможное дело. Русский турист повстречал попугая. Ласковым взглядом сотрудника морга он посмотрел в попугаячье око и произнес: «Вы, жидовский морг, поговорите со мной, мне одиноко».